Покоряют села Петропавловского района. В Алтайском крае уже третий день проходит акция «Снежный десант». И уже по доброй традиции участие в ней принимает бийский отряд «Земляки». Программа у студентов очень насыщенная. Если так коротко рассказать, мы просыпаемся, живем, кстати говоря, в очень крутых школах района. Здесь невероятный ремонт, восхитительный, здесь очень комфортные условия. Мы просыпаемся, собираемся, завтракаем, загружаемся в автобус, едем в другую школу другого села, разгружаемся, начинаем заниматься школьными делами, назовем их так. В отряде земляков 17 человек. В его состав входят студенты Бийского педагогического университета, учащиеся педагогического и медицинского колледжей. А еще есть доброволец из Оренбурга. В школах десантники проводят квиз на тему Великой Отечественной войны. Беседы по профориентации, рассказывают о российском движении детей и молодежи и устраивают веселые, занимательные мероприятия. Вторую часть дня земляки занимаются шефской помощью, помогают ветеранам. В частности, убирают снег во дворе дома. Кроме того, активисты очищают памятники. Ну а отдыхают участники акции вечером, устраивают концерты. Отметим, что сегодня студенты находятся в селе Антониевка, а завтра прибудут в Николаевку. Последний день десанта состоится в субботу. В воскресенье отряд уже вернется домой.